Я предлагаю этот праздничный выпуск закончить праздничной песней, посвященной всем женщинам. Я милую узнаю по походке. Она 8 марта чуть жива. Когда вернулась, я проснулся. Расскажи, Женя. Зачем, когда вошла, открыл я глаз. Я думал, что заснет она мгновенно. Теперь страдать придется целый час. Теперь я вам расскажу. Ну, это все придумки и неправда, ребята. И это я сейчас вам докажу. Вот смотрите, ну, взять, к примеру, прошлое мое, 8 марта. Помните? А я вот вспомню и сразу расскажу. Единственные, милые, родные, без вас не жить, без вас я пропаду. И слава Богу, есть 8 марта, и слава Богу, аплодисменты. У нас сегодня в гостях был Алексей Кирющенко. И слава Богу, есть 8 марта. И слава Богу, только раз в году. Ча-ча-ча.